Доброе утро, дорогие друзья. У меня тройная выдача в один момент. Сейчас мы делаем все осмотры этого автомобиля. Попозже еще расскажу по комплектации каждого из автомобилей. И, собственно, поздравим нашего каждого клиента. Машина у нас пробивается непосредственно, то есть еще до того, как она попадает к нам на площадку, и обязательно при клиенте мы каждую машину пробиваем толщиномером, чтобы наши клиенты видели это все, ну, прозрачность, так сказать, сделки. Первая машина у нас уже оформилась, это Lada Vesta в кузове седан, автомобиль комплектации Comfort Winter с Multimedia Enjoy на литых дисках, это в белом цвете с черной крышей, именно в такой комплектации завода входит автомобиль, и сейчас я расскажу по комплектации этого автомобиля и поздравим наших дорогих клиентов, которые к нам приехали из Кошкинского района, село Русская Васильевка. За вот прекрасным автомобилем Lada Vesta. Итак, друзья, автомобиль у нас Comfort Winter в кузове седан, диски 16 дюйма, шина Matador 195-55R16, литые диски, как в принципе на Винтере, на люксовой комплектуются именно такие, противотуманные фары. Двигатель 1.6, 106 лошадиных сил, мотор уже этот не втыковой, естественно. Черно-глянцевая крыша, наружные зеркала также черно-глянцевые с повторителем. Ручки двери окрашены в цвет кузова. Сзади автомобиля у нас камера заднего вида, датчик парковки. В комплекте завода-изготовителя здесь идет у нас 15-размерное запасное колесо, 185-65R15 размерность, домкрат, баллонный ключ, транспортировочный крючок. Далее, по салону автомобиля. По салону здесь у нас мультифункциональное рулевое колесо с обогревом руля, обогрев лобового стекла. Собственно, мультимедиа Enjoy, камера заднего вида, как я говорил, уже есть. Две передние подушки безопасности, кондиционер, обогрев лобового стекла, система ESP, центральный замок. Кондиционер, подогрев передних сидений идет трехуровневый. Сиденье у нас полностью тканевого материала, черного цвета. Есть поясничная поддержка у водителя. И также водительское сиденье регулируется по высоте. Декоративные вставочки, так же как на картах и на торпедо, у нас присутствуют. Вот такой замечательный автомобиль сегодня у нас отправляется в Русскую Васильевку. Мы хотим поздравить Анатолия с прекрасным приобретением этого автомобиля. Вот, вам все понравилось? Очень даже понравилось. Вчера, в принципе, сделали предоплату за этот автомобиль, сегодня вот уже приехали, его забирают. Вот, стоимость этого автомобиля составила 1 060 000. Автомобиль, естественно, 22 года. Вот, еще раз вас поздравляю. Сейчас поедут к нам в шинный центр и сделаем антикоррозионную обработку, соответственно, всего полностью автомобиля и постелим коврики. Вот. Ну и теперь будем сейчас ожидать следующих клиентов за автомобилем Lada Vesta в кузове SV. Цвет платина. И по комплектации сейчас тоже вам расскажу. Первая ушла, дорогие друзья. У нас поехала в Кошкинский район, село Русская Васильевка. Итак, дорогие друзья, второй автомобиль у нас, который на выдаче, это Lada Vesta в кузове SV. Комплектация Comfort. Автомобиль также 2022 года. Двигатель здесь 1.6, 106 лошадиных сил. Такой же двигатель, как и на седане стоит. Мотор не втыковой. Значит, автомобиль идет на штампованных дисках 15 размера. С параметрами, кто не знает, 4 на 100 разболтовка. Мы установили зимнюю шипованную шину Bridgestone Blizzak Spike 02. Вот, сделали это по заказу нашего клиента, именно он хотел именно эту шину. А стандартный заводской размер здесь 185-65R15, такой же, в принципе, как мы поставили, но шины летние Pirelli. Наружные зеркала окрашены в цвет кузова, идут с повторителем, ручки дверей также окрашены в цвет кузова. Сзади автомобиля у нас идет датчик парковки. Багажник открывается здесь с кнопочки. Ну, в принципе, видите, да, здесь багажник ОСВ значительно, то есть вместимее, чем у кузова седан. Полочку здесь сняли, еще и у нас получилось пространство достаточно такое объемное. Вот они, собственно, 4 летние покрышки. В комплекте также идет запасное колесо 15 размера на штампованном диске, размерностью 185-65R15. По салону автомобиля у нас комплектация Comfort, штатная аудиосистема стоит. Кнопочная, кондиционер, подогрев сидений, видите, здесь идет одноуровневый. Если на Винтере до этого мы смотрели, был трехуровневый, то на Комфорте идет одноуровневый. Круиз-контроль, 4 стеклоподъемника, электропривод и обогрев наружных зеркал, декоративные вставочки на картах и также на торпедо присутствуют.
Водительское сиденье также регулируется у нас по высоте. Цвет платина, серебристый металлик. В принципе, самый такой, наверное, практичный цвет на рынке автомобилей. Да? По шинам стоимость этих шин составила 4450 рублей. Напишите обязательно комментарий. Можете забить прям шинный магазин любого города, забивайте и посмотрите, сколько стоят вот эти шины Bridgestone. Blizzak Spike 02, 185-65R15. Мы их отдали за 4450. Посмотрите, пожалуйста. И стоимость этого автомобиля вы сейчас тоже узнаете. Мы будем поздравлять сейчас нашего дорогого клиента. Вот, и с Пензенской области, город Каменки. Знакомьтесь, Николай. Приехал к нам из города Каменка, Пензенская область, дорогие друзья, за вот Lada Vesta SV. Все понравилось вам? Конечно, очень понравилось. Ранее мы договаривались о покупке этого автомобиля, сделали предоплату за него. Мы его забронировали, стоимость зафиксировали. Стоимость, дорогие друзья, вот этого автомобиля, комплектация комфорт, составила 985 тысяч. Пишите комментарии, как вам эта цена. Потому что на сегодняшний день вы можете позвонить любой автосалон Российской Федерации, абсолютно любой салон. Вы такой цены не увидите. Этот автомобиль на... сейчас уже где-то на 100 тысяч дороже. Вот, поэтому, как договорились, цену зафиксировали и выдаем по этой цене. Еще раз вас поздравляем. Спасибо. Вот. Так что вот так, друзья, и теперь будем сейчас дальше поздравлять наших клиентов с Республики Мордовии, которые приехали за автомобилем Lada Granta в кузове седан. У нас третий автомобиль на выдаче. Это у нас Lada Granta в кузове седан. Комплектация комфорт. Автомобиль 2022 года. С двигателем 1.6, 90 лошадиных сил. Цвет техно. Приехали за ним с Республики Мордовия. Значит, автомобиль у нас идет на штампованных колесах. Они черного цвета. Это уже колеса, которые привезли непосредственно наши дорогие клиенты. Они привезли с собой в сборе колеса. И мы их здесь установили. Просто... свои колеса у них были, мы просто их поставили, а летние в багажнике. Значит, по комплектации автомобиля здесь комфорт, наружные зеркала окрашены цвет кузова, идут с повторителем, ручки дверей также окрашены цвет кузова, сзади у нас багажник открывается с кнопочки, вот, запасное колесо 14 размера, 175-65R14 идет, шины вообще летние идут Kama Grand. Летние шины Kama Grand. Значит, по салону автомобиля давайте вам покажу. Здесь штатная аудиосистема, кондиционер, подогрев передних сидений, два передних стеклоподъемника, электропривод и обогрев наружных зеркал. Вот это комплектация комфорт. Итак, дорогие друзья, хотим поздравить Алексея с этим прекрасным приобретением. Он приехал к нам с Республики Мордовия, дорогие друзья, за автомобилем Lada Granta. Комплектация комфорт. Стоимость автомобиля 742 тысячи. Мы вас поздравляем с этой покупкой. Вам все понравилось? Да. Спасибо большое вам. Вчера сделали предоплату, буквально, можно сказать, ночью, наверное, уже. И ночью, сегодня, да, выехали... 10 часов. 10 часов, да. Выехали утром. И вот сегодня забирают вот этот прекрасный автомобиль. Вот. Так что, дорогие друзья, вот такая у нас сегодня выдача была. Тройная выдача. Утром, воскресенье. Контакты будут все в описании. Вайбер, ватсап, инстаграм. Подписывайтесь на инстаграм, смотрите новые поступления автомобилей, делайте заказы. До новых встреч, удачи вам и пока.